Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я приготовлю очень быстрый такой дикий ужин. Это говяжьи почки и говяжьи яйца. Я обожаю вот такие самые простые продукты. Они получаются всегда самые вкусные. Все готовится очень быстро. С яиц я уже снял пленку. Кстати, раньше я ее выбрасывал, а теперь я ее варю часика 2-3. И получается очень мягкая пленочка и съедается. Там очень много белка и все очень вкусно. Я нашел шикарное место, где продают бычьи яйца в огромных количествах по смешной цене, всего по $1 за килограмм. Я нашел очень интересную бычью почку. Она была намного светлее, чем все остальные. То есть животное было еще не самое старое. Чтобы не терять время, я сразу взял вот так из серединки, вырезал все белое, что здесь было, и замочил ее на пару часиков в холодной водичке, чтобы ушел лишний запах. Обычно бычьи почки, а не телячьи, рекомендуют очень долго вымачивать в воде, а потом еще брать, варить несколько часов. Просто варить, а уже потом брать и обжаривать. Слишком долго после такой термообработки, я думаю, с них ничего не останется. Вот, сирена пошла. Поэтому я сейчас приготовлю именно бычьи почки, а не телячьи. Но по быстрому рецепту. И они будут очень вкусные и ароматные. Я делаю вот такую специально нарезочку, чтобы они побыстрее прожарились, потому что жарить я их буду очень быстро. Также это придаст очень интересный вид самим почкам. Вот так. Все будет красиво. Чтобы не тратить время, пока я буду нарезать почки, я уже начну жарить яйца. Все, вода разогретая. Буквально 1,5 минуты, может быть максимум 2. Партия яиц готова, пока не солил, не перчил. Сейчас я все обжарю и посолю. Сейчас самый важный нюанс. Здесь есть жидкость. Я ее немножко выпариваю, то есть температура масла поднимается. Вот так. Черный перец. Зерна кориандра. Аромат именно хороший, классический аромат свежих почек. Нет ничего такого неприятного, чтобы могло наполнить мочу, из-за чего обычно почки не любят. Но единственный нюанс – слабая температура, не могу нагнать. Поэтому, видите, почки сразу выделяют свой сок. Должна быть температура намного выше. Смесь соли, черного перца и кориандра.
Итак, друзья, моя любимая часть – это дегустация. Бычьи яйца. Класс. Сок. Сок очень вкусный. Шикарно. А вот теперь бычьи почки. Те, которые не вываривались по 100 часов, а просто обжарились за 1,5-2 минутки. Аромат обалденный. Да. Это шикарно. Шедевр. Они очень мягкие. По текстуре, именно классическая текстура почек, такие же, как и свиные, но вкус намного богаче. Пахнут превосходно. Друзья, если вам понравилось мое видео, как быстро и легко приготовить и бычьи яйца, и бычьи почки, буквально за несколько минут, главное, чтобы сковородочка была горяченькая, тогда ставьте, пожалуйста, огромные лайки, подписывайтесь на мой канал, и помните, кухня – это самое спокойное место.